набрасывает Хохлачев. Гуркин добавил атакующей мощи хабаровчанам. Грачев, бросок, гол! Шайба капитана Амура открывает счет в этой встрече 1-0. Первый наброс Александра Хохлачева отбивает Долганов. А дальше, посмотрите, два игрока перед вратарем находятся. И Долганов на щитках катнулся в сторону дальней штанги, понимая то, что бросок пошел. Но разглядеть момент броска и полет шайбы он просто был не в состоянии.